Ты судья со стажем. Что говорить, ты судил не только на льду, но и на паркете. Тебе можно присвоить звание пятикратный судья. И это символично, что именно сегодня, 31 декабря, у Николая Цискаридзе день рождения! Коля, мы тебя поздравляем! И следующий номер посвящается народному артисту России Николаю Цискаридзе! Танцуют бронзовый призер шоу «Танцы со звездами» актриса Наталья Громушкина, звезда паркета Евгений Попунаишвили, призер Олимпийских игр Руслан Гончаров. Смотрит и наслаждается божественный Николай Цискаридзе. Мраки пары в танце вечной борьбы кружатся легко. В танго сплелись, как лед и огонь. Видишь, как она прижимается все ближе и любит, и смотрит с тоской. Только его холоден взор. На призыв любовной страсти не отвечает он ничего. И в ее объятиях он мечтает о другой. Танго втроем, разве это возможно? Танго втроем, и не может решиться душа. Танго втроем, кто-то должен уйти, чтобы не мешать. Можно еще продолжать это танго втроем. Шаг и поклон, лед и огонь. Лишь дыхание в полутьме и тени скользят сквозь дым сигарет. Слились тела в жестокой игре. Холод растопить хочет безуспешно в плане. Бывает и плачет. Но смотрит он мимо нее, и мечтою о другой душа его живет. Танго втроем, разве это возможно? Танго втроем, и не может решиться душа. Танго втроем, кто-то должен уйти, чтобы не мешать. Или можно еще продолжать это танго втроем. Танго втроем. Это возможно. Танго втроем, и не может решиться душа. Танго втроем, кто-то должен уйти, чтобы не мешать. Или можно еще продолжать это танго втроем. И на этом забыл. Блистательное трио. Евгений Попунаишвили, Руслан Гончаров и Наталья Громушкина. Специально для Николая Цискаридзе. С днем рождения! Коль, не буду задавать.